так не поймаем Ромео! Нет, поймаем! Я заставлю его спуститься! А вы с Гекко поедете, применив кошачью суперскорость! Верно! И я смогу схватить планер своей суперрастяжкой! Да! О! Хэтбой? Велосипед не может бросать огненные шары или издавать кошачий рев. Я лучше верну свой кот-мобиль. Ну как же наш план? Приземляйся, Ромео! Я тебя поймаю! На велосипеде! Ха-ха-ха-ха! Забудь, птичка! Это ты сейчас приземляешься! Куда делся Кэтбой? Попробую. Эту зеленую? Нет, нет, нет! Кэтбой! А? Нам нужна твоя помощь, Кэтбой! Ромео смог сбежать! Я сейчас приду на помощь на прекрасном кот-мобиле! Он приближается! Быстро, прячемся! Этот совиный планер хорош, но может есть что-нибудь получше? Клянусь кошачьими усами! Кошачья суперскорость! Маскировка Гекко! Что? Нет! Скопировав ваши силы, я захвачу мир, и ничто не остановит меня! Ромео, тебе не уйти отсюда с этим! Ты ошибаешься! Ваши силы в сочетании с моим гением делают меня непобедимым! До скорого, вредители! Это все из-за меня. Если бы я так не расстраивалась из-за того, что вы получили мои силы, мы бы уже давно остановили Ромео. Не вини себя, Олет. Мы тоже виноваты. Нужно было осторожнее использовать твои силы. Раз уж Ромео получил все наши силы, мы должны действовать сообща для того, чтобы остановить его. Верно. Но сначала я кое-чему вас научу. Я была так расстроена, что вы получили мои силы, что даже не подумала о том, что это может быть весело. Спасибо, что научила нас летать! Это просто невероятно! Это еще веселее, чем я себе представлял! Смотрите, там Ромео! Время быть героями! Ю-ху! Кэтбой! Отдай мне мой барабан! Вот же глупый кот! Ты слишком много думал о своем барабане и совсем забыл о друзьях! Где они? Та-да! Кэтбой! Теперь у меня есть отличное украшение для моего парада ниндзя! О нет! Я все испортил, пытаясь вернуть свой барабан! Он тебе не нужен! Да! Ты можешь управлять парадом без него! Я так не считаю! Ты можешь хлопать и топать! Вы правы! Даже без барабана я могу вести парад лучше ниндзя! Так давай сделай это, Кэтбой! Время стать героем! Пора мне все исправить! Кошачья суперскорость! Что? Ниндзялино, построиться! Теперь посмотрим, кто лучше управляет парадом! Ха! У тебя даже нет барабана! Героям не нужны барабаны ночной ниндзя, ведь у них есть супердвижения вроде этих! Вперед!
Вперед, герои в масках! Давайте вместе начнем этот парад! Да! Что? Прекратите, ниндзялино! Ниндзялинам нравится твой ритм! Они маршируют под него! Вы правы! Я могу их вести! Раз, два, три, четыре! Смотрим налево и направо! Поворот и назад! А теперь делаем восьмерку! И, наконец, кувырок! Ниндзялино, по своим местам! Я не понял, что произошло. Я только подумал о концерте, и тут все сразу зашаталось. Все нормально, Кэтбой, но нам нужно вернуть наши инструменты. Я знаю, концерт важен для вас, поэтому есть другой план. Сначала мы с Олет отвлечем ночного ниндзя, притворившись его поклонниками. О! Поп-звезда, поп-звезда! Настоящая поп-звезда! А? Вообще-то оркестр должны слушать, а не видеть! Молодец, ночной ниндзя! У тебя прекрасный голос! Наконец-то вы меня оценили! О, мы твои верные поклонники! А знаете, я не только пою, я еще и танцую! Спорим, вы так не сможете! О, вот бы побывать на твоем концерте! О, концерт! Нет! Из-за тебя моя супермаскировка Гекко выходит из строя! Что? Все нормально! Гекко тоже твой фанат! Так-так, диско-ящерица! То, что нужно для шоу настоящей поп-звезды, это украсит выступление! Поп-звезда, поп-звезда! Эй, а куда это все подевались? Идем, ниндзялино, я спою в другом зале. Намного лучше. Мне жаль, я ничего не боялся. Но когда я думаю о завтрашнем концерте, мне становится страшно. Не переживай, Кэтбой. Ну а что теперь? Похоже, концерта не будет. Стойте! У меня появилась идея. Ящерицы-гекконы! Если он починит ледяную машину, он тут все заморозит! Мы должны его остановить! Может, попробуем вдвоем выполнить движение? Нет, Гекко, оно тройное! Должны участвовать все! А вот, кстати, и Олет! Итак, время для супер-кувырка! Голова кружится, Ромео! Кружилась бы, мой пернатый друг! Если бы я пытался следить за тобой! Но у меня есть более интересное занятие! Я наблюдаю за своей прекрасной машиной! Она готова! О, нет! Олет! Моя ледяная машина готова! Осталось совсем немного! Иди к хозяину, суперпоезд! Похоже, что это ты закружилась! Ха-ха-ха-ха! Кошачья суперскорость! Остановил! Супермускулы Гекко! Нужно выполнить это движение. Ромео почти закончил чинить машины. Мы объясним тебе еще раз. Я уже все поняла. Просто не хотела его делать. Но почему? Почему ты не хочешь выполнять движение? Может, Олет боится снова ошибиться? Это так, да? Ты расстраивалась, когда делала неправильно, и боишься снова все перепутать. У меня тоже такое было. Но не нужно волноваться, потому что... Ну все, я могу его выполнить. Честно, но зачем это нужно, когда у меня есть совиные крылья? Эй, Ромео! О! Совиные крылья! Лучше я создам собственные вихри! Мой суперпоезд наконец-то готов к этому! Йо-ха! Что такое, птичка? Снова голова кружится! Дрожащие перья! Помогите мне! Я сейчас разобьюсь! Кошачий суперпрыжок! Ой-ой! Видите? Робота нет. Наверное, его еще чинят. Все благодаря моему планшету. Пока робот
перезагружается, я займусь панелью управления этого штаба. Ну, наконец-то, я понял, как она включается. Нет! А-а-а! Герои-вредители, смотрите! Не выйдет, Ромео, мой планшет тебя остановит. О, да? Нет, если я подниму силовое поле. Что ж, а я могу его опустить. А я могу его снова поднять. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Ну же, ну же, ну же. Осторожно, Олет! Панель управления очень хрупкая! Не нажимай слишком сильно! Все хорошо, у нас получится! О, нет! Мой планшет! Что я наделала? Ой-ой! Эту функцию ракеты нужно включать только в самых опасных чрезвычайных ситуациях! О, для чего мне просто штаб, если он может стать космическим кораблем? И лететь на сверхзвуковой скорости! Спасибо за помощь, птичий мозг! Но вас в эту поездку я не возьму! Нет! Ха-ха! Вот так! Нет! Нет! Смотрите! Мы сейчас потеряем наш штаб! Нет! Ромео смог найти функцию ракеты только потому, что я использовала планшет! Не переживай, Олет, но дела у нас идут плохо! Нам нужно что-то сделать! И я знаю, что мне придется полететь за ракетой. Ты уже это делал, ночной ниндзя! Подожди, это будет нечто новое. И точно самое лучшее из того, что я придумывал. И сеть ты тоже уже использовал. О, вы просто пока не видите всей картины. Пс, как это работает? А, да! Мне не нравится эта ситуация. Я собираюсь залить слизью ваш ужасный штаб. Вы прилипли к шару, и я запущу вас из своей рогатки. Вы, герои, прилипнете к штабу навечно. Это все из-за меня. Если бы я не пытался выполнить свое суперспасение, этого бы не произошло. Нет, мы все виноваты в том, что попали в эту липкую ситуацию. Время стать героем! Быстрее, Гекко! Ты должен помочь! Супермускулы Гекко! Да, ты следующий, Олет. Пора совершить что-нибудь геройское! Согласна! Совиные крылья! А сейчас будет лучшее суперспасение, и мы совершим его вместе! Олет, давай! Эй, ночной ниндзя, смотри сюда! Но это невозможно! Как насчет партии в геройский боулинг? Отлично, ребята! Это было самое лучшее спасение в мире! А ты не расстроился, что не выполнил его в одиночку? Это было настоящим суперспасением, и мы выполнили его вместе! Ниндзя Лино! Ты вот здесь не отполировал! Верни ее, или мы сами заберем! О, мяу! Ты меня не напугаешь, котеночек! Прокатите меня, Ниндзя Лино, с ветерком! Я сказал с ветерком, ниндзя-лентяи! Быстрее! Так-то лучше! Так, вы двое, обмахивайте меня веером! Почему мы едем медленнее? Быстрее, вы ленивые черепахи! Да! Что это вообще значит? Может, ты не понравишься им как лидер? Да, я была бы гораздо лучшим лидером. Мы бы играли, веселились и дурачились. Что за бред?
Что? Похоже, они переметнулись к нам. Здорово! Ах, вы гадкие ниндзя-лино! Скоро я вернусь за своей колесницей, и у вас будут проблемы. Большие проблемы! Они такие милые и прикольные. Чудесно, но прежде чем играть, давайте спрячем колесницу в безопасном месте. Она тяжелая. Я использую свои супермышцы, Гекко. Постойте, пусть лучше это сделают мои ниндзя-лина. Вот только я буду называть их алетины. Что скажете, алетины? Они хотят меня покатать. Вперед, алетины! Тяните! Быть лидером здорово! Что ж, может быть, но ты забыла о нашем задании. О, ну можно я немножко повеселюсь? Вперед, мои алетины! Я не люблю, когда меня в чем-то обвиняют. Так что давайте найдем этот карт. Эй, на игровой площадке что-то происходит. Скорее, в Геккомобиль! Глупцов в масках. Стоп, что это? Они думают, их черепаха-мобиль сможет тягаться с моей машиной? Я так не думаю! Эй, улитки в масках! Слабо меня поймать? Лунная девочка, это она украла карт! А? Куда она делась? Что встали на дороге? Пока! Она очень быстро ездит. Нам ее не догнать. Да, Геккомобиль слишком медленный. Не волнуйтесь, я ее поймаю. Я должен вернуть Кэмерону карт. Гекко, осторожней! Ты сломал фонарный столб. Но в этом ведь не я виноват. Лунная девочка вынудила меня. Но я не дам ей натворить новых бед. Гекко, осторожней! Это вина лунной девочки. А теперь она сломала Геккомобиль. Ничего, я сгоняю в штаб за Кэтмобилем. На нем мы сможем догнать лунную девочку. Я узнал этот сигнал, ребята! Все за мной! Что ж, повеселимся! Герои в масках! Мастер Фанк готов показать класс! Как и Кикмаги! Но... Хайя! Сдавайся, Ромео! Тебе не сбежать! Я и не пытаюсь бежать! Вот именно! Стоп! Что? Что это? Привет, я Робет! Не стоит с ними любезничать! Но, по-моему, они хорошие! Хм, мое последнее творение! Мой новый, крутой суперробот! Она будет помогать мне в злодеяниях! Что ты сделал с игровым оборудованием? Это не я! Его спрашивай! Этот робот сделан из игрового оборудования. Вот куда оно делось. Твой старый робот собирает нового робота. Зачем ему собирать еще одного робота? Я не знаю. У него что-то разладилось. Он перестал меня слушаться. Тут нужна помощь мастера Фанка и Геккомаги. Вперед! Но... Мастер Фанк и его могучий кулак приказывают тебе остановиться. Если не хочешь встретиться с моей ногой справедливости... Гекко, надо было размять ногу. Сейчас же отдавай игровое оборудование. Нет, этот робот мой новый лучший друг. Кик, он уходит. Вперед, мастер Фан. Ребята, постойте, не торопитесь. Я могу понаблюдать за ним с воздуха. Мастер Фанк и Кик Маги в этом не нуждаются. Мы мастера боевых искусств. Хайя! Да, и мы готовы к чему угодно. Извини. Нет проблем. Я! Но как же я? Ящерки в ящике! Если все это врежется в штаб, он разрушит
сдаться. Герои в масках, надо срочно действовать. Улетай, птичка. Хочешь помочь? Хорошо, летим. Супер! Мышцы! Нужно! Давай, Гекко, мы сможем! Я так не думаю. Ничто не остановит мой лунный штаб. Благодаря лунным кристаллам все станет моим. Значит, подружились? Да, и мы с птичкой тебя остановим. Олет, мы поддержим ворота, а ты лети в штаб и отключи луч. Ха! Штаб заперт на магнитный замок. Вам туда никак не попасть. Нужно как-то проникнуть в штаб. У тебя есть план? Хорошо, я в тебя верю. Ха! Что будешь делать, пернатое? Противная птица! Стой! Молодец, птичка! Я помогу Кэтбою и Гекку. Выключишь лунный луч? Жалкие герои в масках. Что? Эй! Что случилось с моей лунной энергией? Птичка случилась. Эта гадкая птица оказывается хуже вас. Но я с вами разберусь. Мы с птичкой будем тебя Мы должны выяснить, куда эти ненезелины собрались. Ребята, кажется, я их нашел. Вот они! Ночной ниндзя! Автобусы в парке, рядом с нашим штабом. Что он там делает? Есть лишь один способ узнать. Вперед! Настоящая башня из автобусов! Герой в масках! Правда, сегодня чудесная ночь для парковки в парке? Ночной ниндзя, зачем тебе все эти автобусы? Верни их назад! Еще чего! Познакомьтесь с лучшим в мире штабом! Крепостью ярости! Извини, но лучший в мире штаб – это наш штаб! А теперь верни автобусы, чтобы дети могли попасть в школу! А ты меня заставь. Я подлечу и постараюсь все рассмотреть. Совиные крылья. Ниндзялино, давайте устроим этой птичке громкое приветствие. Ну все, ночной ниндзя, ты нас разозлил. Извини, ты что-то сказал? Тут так шумно, что я тебя не слышу. Звуковая защита очень мощная. Надо и у нас такую же сделать. Зачем? Нам шум не нужен. У нас есть чем остановить ночного ниндзя. Давайте остановим его с помощью наших машин. Как вариант. Или мы можем использовать шумогенератор. Ну, Олет, то, что он его использует, не значит, что он нужен нам. Так вот, кто за этим стоит. Скорей, к Гекомобилю! Да, это определенно он. Как ты посмел захватить музей? Именно так! Я захватил музей! Что ты задумал, Ромео? Мне надо подзарядить лабораторию, а зарядка идет очень медленно. И я решил использовать музей в качестве базы, чтобы доделать большой ящик зла! Большой ящик зла? Именно! Когда я закончу, то этот город станет моей собственностью! Он будет только моим! Я назову его Ромеовиль!
Я думал, вы назовете его Ромеополис. Я еще не решил, робот. Забудь об этом. Сейчас мы войдем внутрь и положим конец твоей затее. Я так не думаю. Я установил в музее множество ловушек. Вы ни за что не сможете туда попасть. О, это мы посмотрим. Гекко, стой! Ой-ой. Кошачий прыжок! Поймал! Спасибо! Спасибо, что помог ловушку испытать, чешуйчатый! Счастливо, мартышки в масках! Как самочувствие? Нормально! И будет еще лучше, когда попаду внутрь! Гекко, ты слышал, Ромео? В музее полным-полно ловушек! Может, не стоит заходить внутрь? Но это единственный способ его остановить! Может, вместо того, чтобы входить внутрь, выманим Ромео из музея? Отличная идея, Олет! И я знаю, как это сделать! Ромео, ты не мог бы мне помочь? Что такое птичий мозг? Это башня! Какие столбы, Брэдли Крестовин? И насколько высоко ее делать? Ой-ой, замок! Стоп! У меня есть идея! Кошачья суперскорость! Ой! Что происходит? Хотели меня провести, да? Что ж, мне придется усложнить ваше задание. Нет! Кэтбой! Я знала, что так и будет. О, хватит меня контролировать, Ромео. О, ненавижу, когда мои рабочие жалуются. Пожалуй, сделаю тебя немой. О, нет! Намного лучше. А теперь за работу. И очень быстро. Теперь ты. Молодчина, ящерица. А теперь, котенок, принеси мне мой главный пульт Ромео. Клянусь кошачьими усами. Благодарю, котенок. Послушным ты мне нравишься намного больше. Прыгайте, вредители. Так забавно. Но я же хотел, чтобы вы прыгали. Они скакали. Нужно внести некоторые корректировки. Олет, запрыгивай на крышу, спустись по люку и утащи пульт. А ты, Гекко, запрыгни на башню и сломай тарелку. Ну чего вы ждете? То, что ты наш лидер, не значит, что твои идеи всегда самые лучшие. Но... Ты заставлял нас делать все по-твоему. Вот бы мне прекратить прыгать. Я плохо себя контролирую. Стойте! Я контролировал вас и игнорировал ваши идеи. И теперь Ромео будет контролировать всех. Нет, не будет. Мы что-нибудь придумаем. Да. Хороший лидер всегда готов выслушать чужие идеи. Самое время мне стать героем и послушать вас. Хватайся за меня, Гекко! Супермускулы Гекко! Ниндзялино! Пусть статуя станет тяжелее. Я возьму это. Я могу ее починить. Свою статуэтку я не спасу, а статую ночного ниндзя и все остальное смогу. Самое время стать героем. Оставьте ночного ниндзя мне. Идите и спасите произведение искусства. Кошачья суперскорость. Эй! Эй, что ты делаешь с моей рукой? Я хотела бы тебе помочь, ниндзя. Но знаешь, протянуть руку помощи. Согласен? Не могу больше держать ее! Супер-супер-мускулы Гекко! Совиные крылья! Смотри, ночной ниндзя, я все исправила. Ты больше не будешь все уничтожать, верно? Мое творение! Статуя как новенькая! Ну ничего себе! Вроде обошлось! Ты прав, ящерица. Какое счастье, что моя статуя спасена! Так, вернемся к первому плану. Спрятать произведение искусства и уничтожить... Поздно, ночной ниндзя! Я уже спрятал все так, что ты ничего не найдешь! Что? Теперь нам придется тратить остаток ночи на то, чтобы искать эти глупые детские рисунки? Может, просто будешь наслаждаться своей статуей? Если я заберу ее домой, то смогу в любое время ею любоваться, сколько захочу. Буду смотреть на нее постоянно.
Тащите ниндзялину! Но пусть это будет вам напоминанием. Я лучший художник всех времен. Гекко, что ты делаешь? Пытаешься полететь, да? Так позволь гению помочь тебе. Промазал! Ты только дал мне крылья! Ух ты! Я и правда могу летать! Но не могу полететь в нужном направлении! Ребята, помогите! Давай, Олет! Держись, Гекко! Я уже лечу! Спасибо, Олет! Нет проблем! Но ответь мне на вопрос, пожалуйста! Почему ты не использовал камуфляж? Камуфляж? Серьезно? Всегда есть иной способ решить... Что происходит? Ты попалась, птичий мозг! Вот что! Наконец-то спускаюсь! Не могу дотянуться! Используй летные навыки, чтобы преодолеть невесомость! Я слишком легкая и не могу себя контролировать! Один герой в маске ушел! Ой, точнее, взлетел! Очередь остальных! Нам нужно победить Ромео и спасти Олет! Я пойду за ним, а ты помоги ей! Кошачий суперпрыжок! Но у меня нет необходимых сил! Думай, Гекко, думай! Летать как Олет у меня не вышло! Может, я смогу прыгнуть как Кэтбой? Но у меня же ноги ящерицы. Я не такой прыгучий, как он. А кот-мобиль прыгучий! Я катапультируюсь из него, схвачу Олет и опущу ее. Молодец, Гекко! За работу! Катапульта! Схвати меня за руку, Олет! Ты можешь бежать, но не можешь спрятаться, мелкий герой! Что? Как ты это... Неважно. Раз Гекко тебя опустил, я смогу дотянуться. Кошачий суперпрыжок! Поймал! Ты следующий, Олет!